Картины, украшения, сумки, вазы – все своими руками. В Самарском доме ветеранов можно увидеть настоящую феерию рукоделия. На выставку Людмила Воронцова принесла лучшие свои работы. Вышивает икону уже несколько лет. Каждая работа особенная. В каждую икону мастерица вкладывает частичку души. Вышиваюсь с таким упоением. Такая любовь, вот желание вышивать. Могу даже хватиться, время уже 2 ночи. Выставка «Жизнь ради жизни» проходит в Самаре в 11-й раз. Год от года количество участников растет. Рукодельницы осваивают новые техники, набираются опыта. В этом году на выставке больше 100 экспонатов. С каждым годом работ все больше. Вот сегодня мы уже пришли к тому, что всех выставочных возможностей Дворца ветеранов уже не хватает. Вот. Но, слава богу, мы имеем филиалы, то есть мы, возможно, будем по филиалам эту выставку переносить. Этим рукодельницам хватает времени не только на внуков. Они готовы поделиться секретами мастерства со всеми желающими. Выставка во Дворце ветеранов будет работать до конца июня. Лариса Шалафа, Дмитрий Тарасов. События.